16 января под председательством министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова в режиме ВКС состоялось всероссийское совещание с участием руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации. На встрече обсуждался вопрос реализации новых мест в школах и детских садах, а также были подведены итоги 2023 года в рамках нацпроекта образования. Сергей Кравцов отметил, что Дагестан отличился успехами по итогам прошлого года и находится в рядах лидеров по количеству введенных школ и детских садов. В связи с этим поблагодарил главу республики Сергея Меликова и команду правительства Дагестана за качественную работу. Напомним, что в республике было осуществлено проектирование и строительство 54 школ на 22 776 ученических мест. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено по 38 школам и по 12 детским садам, а также многое другое.